Рад снова быть с вами. Мы продолжаем тему «Ангелы, демоны и вы». Она о духовных реалиях, влияющих на нашу жизнь. Сегодня очень важный урок. До этого мы говорили о том, как открыть свою жизнь для Духа Божьего, ангелов и всех тех сил, которые Бог предназначил в помощь нам. Сегодня мы рассмотрим царство тьмы. Важно понимать, как снизить влияние нечистых духов на нашу жизнь. Отмахиваться от них — такая же ерунда, как игнорировать, скажем, вирус. Нам нужен план, чтобы оставаться телесно здоровыми, а также нам нужно понимание того, как оставаться здоровыми и чистыми духовно. А в этом суть данного урока. Хорошая новость состоит в том, что из-за креста Иисуса Христа, неважно, что мы проходим, нам доступна сила, которая способна освободить нас от любого вмешательства сил тьмы. Берите Библию, блокнот, а самое главное — открывайте свое сердце. Начнем со снов. Когда мы говорим о столкновении с силами тьмы, то это всего лишь столкновение истины, а не силы. Мы не ровня дьяволу, мы не сможем его перехитрить, мы не сильнее его. Кстати, Библия напоминает нам, что все наши герои веры переживали трудности из-за козней и проделок. Ведь так? Авраам и Измаил, Моисей и убийство, Давид и прелюбодеяние, Павел и его жестокость. И насилие, Петр и отречение от Господа. Никто не прошел этот путь без трудностей. Поэтому платформа для нашей свободы. Это Божья истина. Библия говорит: «Любите истину». Покупайте истину и не продавайте ее. Нет ничего более ценного, чем Божья истина. Подчинитесь Божьей истине, смиритесь перед ней. Свободу можно найти только на том пути, что определен Божьей истиной. А вот почему так важно читать Библию. Во-вторых, нужно знать, но не бояться. Иногда, когда мы говорим о нечистых духах, падших ангелах и демонах, людей начинает охватывать страх. Цель данной темы не в этом, а лишь в том, чтобы осведомить вас. Вы должны понимать, как эта сила получает доступ к вашей жизни, а также как получить свободу, если она все же добралась до вас. И тут нечего бояться. Это просто реальность. Например, у вашего тела есть удивительная, просто феноменальная иммунная система. Она очень сложная и побеждает большую часть того, что вас атакует, и вы даже не догадываетесь об этом. Но время от времени случаются более эффективные атаки на нашу иммунную систему. И тогда нам нужно быть повнимательнее. Это не означает, что вы должны жить в страхе. Вам нужно просто быть осведомленными. То же самое касается и духовных вещей. В Евангелии от Марка, 4 главе, Иисус успокоил шторм. Он обратился к шторму, и ветер, и волны успокоились. Вы верите, что духовные силы могут влиять на природные стихии? Иисус верил. Он обратился к шторму, а потом к своим ученикам. Послушайте, что он сказал своим лучшим друзьям. «Но что это вы испугались? Неужели у вас еще нет веры?» Он ожидал, что к тому времени у них будет больше веры. А что бы он сказал нам с вами? Но далее описано их эмоциональное состояние. Перепуганные ученики спрашивали друг друга, кто он, что даже ветер и море ему повинуются. Когда вы сталкиваетесь с властью, в которую вы раньше не верили или не признавали, это пугает. А если вы не позволяете Слову Божьему информировать вас и ваше воображение, то столкновение с силами зла могут ужаснуть вас, осведомленные, а не напуганные. Ну и третий пункт. Если мы хотим ходить в Божьей свободе, то мы должны знать, как исполниться Духом Святым. Прекратите дебаты и не ограничивайте его действия в вашей жизни. Смиритесь перед Ним. Если вы нелестно отзывались о Святом Духе или насмехались над Ним, если вы насмехались над тем, чего вы не знаете, покайтесь, потому что вам нужна Его помощь. Посмотрим послание Ефесянам, 5 главу, 15 стих. Итак, смотрите, поступайте или живите осторожно.
весьма отрезвляющее предостережение. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом. Согласно статистике, во время ковида слишком многие стали упиваться вином. Я читал интервью одного из наших чиновников. Он сказал: «Мы не можем закрыть виноводочные магазины, потому что тогда люди будут ломиться в них, а вот церкви закрывать можно». Тут инструкция весьма простая. Я знаю, что сам Иисус сделал вино. Я просто читаю вам, что говорит Библия. Не напивайтесь вином, а исполняйтесь духом. Исполняйтесь духом. А затем он перечисляет поведение, которое проявляется в результате этого. Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнями, а не тем, что вы прочли в интернете или услышали по вашему любимому новостному каналу. У вас должно быть другое мировоззрение. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. Церковь слишком долго была плотской. Мы думали, что наше будущее в безопасности из-за различных вещей, но не из-за Бога. Оказалось, мы можем быть расхлябанными и ленивыми. Вернемся к нашим пунктам. Столкновение с истиной, то есть мы осведомлены, а не напуганы. А также нам нужно следить за своим поведением, чтобы понимать, или мы еще не исполнены духом. Вдобавок, нам нужно развивать силу воли, чтобы противостоять злу. Это придумал не я, а Петр, который описал все это в своем первом послании. Именно этот человек проповедовал на Пятидесятницу. Именно он был первым послан к язычникам в Кесарию, в дом Корнилия. Затем ему пришлось объяснять свои действия обеспокоенным христианам в Иерусалиме. Потом он ушел немного на второй план, когда начало развиваться служение Павла, апостола к язычникам. Из-за этого у него тоже были определенные трудности. То есть к моменту написания этих посланий у него уже богатый жизненный опыт. Поэтому эти слова очень ценны для нас с вами. Поэтому смиритесь под могучей рукой Божьей, и Он возвысит вас в свое время. А если вы хотите продвижения в Царстве Божьем, то продвижение начинается со смирения. Вы можете либо смириться, либо осрамиться. Я предлагаю вам смирение. Возложите все свои заботы на Него, ведь Он печется о вас. Иными словами, не тревожьтесь. В жизни будут такие вещи и такие моменты, которые будут вызывать у вас тревогу. Я этого не отрицаю. Но тут нам велено переложить все эти тревоги на Господа. Вы не можете быть встревоженными и при этом слышать Духа Божьего. Нам нужно развить стратегию, как мы ходим в мире, сконцентрировавшись на Божьей истине, и тогда, что бы ни происходило на земле, мы будем оказываться там, где хочет Бог. Приняв решение принести разницу в этот мир, возложите все свои тревоги на Него. Я рекомендую вам практиковать это каждый день. Выясните, что вызывает у вас тревогу, а затем ограничьте себя от этого. Будьте бдительны и бодрствуйте. А вы знали, что самоконтроль — это один из плодов Духа? Вам нужно намеренно развивать его. Мы живем в такое время, когда упала важность и ценность самоконтроля. Но я же не могу отрицать свои чувства. Да, но вы можете признать, что ваши чувства не всегда правы. Но мне так хочется это сделать. И что? Мы придумали кучу всяких поводов, чтобы разрешить нечестие. Мы открываем себя для зла, и здесь Петр пытается помочь нам, исходя из своего опыта. Инструкция от Святого Духа. В одном из переводов сказано: «Контролируйте себя и будьте настороже». Далее он пишет, почему. «Ваш враг». А вы понимаете, что у вас есть духовный враг, и он куда более смертоносный, чем Талибан или ИГИЛ или другие организации, и он более смертельный, чем COVID. 99% людей, столкнувшихся с вирусом, выжили, а 99% людей, сталкивающихся с происками дьявола, не выживают. Он очень опасный враг. У него есть планы, цели. Ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рыкающий лев, в поисках жертвы.
Так противостаньте ему. Противостойте ему, говорит 9 стих. Будьте тверды в вере и противостаньте дьяволу, помня, что по всему миру ваши братья и сестры терпят такие же страдания. То есть, страдания касаются всех. Но часто, приходя в вашу жизнь, страдания убеждают вас, что вы уникальны. Такое случилось только со мной. Да, у вас были трудности, но ваши трудности — мелочь по сравнению с моими. Мои страдания. Они просто огромные. Но тут сказано, будьте тверды в вере и противостаньте дьяволу, помня, что по всему миру ваши братья. Представляете себе разговор с христианином из Афганистана, когда вы рассказываете ему о своих проблемах? Меня заставляют носить маску. Думаете, вы получите много сочувствия? Наше задание — противостоять ему. А затем идет обещание. После вашего кратковременного страдания Бог, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной славе своей через Иисуса Христа, восстановит вас. Бог наш восстановитель. А затем сказано, даст твердость, силу и стойкость. То есть, по итогу, вы будете лучше, чем в начале. Но путь к этому — это осознанное противостояние дьяволу и победа зла добром. И думать нужно не только о себе и о своей семье. Мы — свет миру. И также соль земли. Мы противостоим злу. Не только тогда, когда оно приходит в наш дом. Мы противостоим злу на земле. Вот наше задание. Бог сказал, «Я сделаю вас святым народом, царственным священством, моим драгоценным сокровищем посреди всех народов, чтобы все люди видели, чем отличается жизнь, посвященная Богу. И это относится не только ко мне и моему дому».У нас осталось не так много времени, я хотел бы воспользоваться им правильно. Я подготовил заключительную молитву, но она займет несколько минут. В ней есть 7 шагов к выбору победы в жизни. Я хочу, чтобы они были у вас. Можете записать их в своей Библии или сфотографировать на свой телефон. Они помогут вам, и, может, вы поможете еще кому-то, кто оказался в положении, в котором не хочется быть или сражается с давно надоевшей привычкой. Когда ситуация выглядит настолько темной, что кажется, что нет никакой надежды, что вы делаете? Вы можете собраться с другими Божьими людьми и получить поддержку, но не нужно много ума, чтобы понять, что вскоре у нас не всегда будет возможность сделать это. И к этому нужно быть готовым. 7 простых шагов. Начинается все с исповедания вашей веры во Христа и в Его жертву за вас. Это та истина, которая приносит свободу каждому из нас. Без этого мы не в силах быть свободными. Без освободительной жертвы Христа мы находимся под властью сатаны и его царства. А вот почему Иисус так важен для всего мира, и вот почему мы должны проповедовать Евангелие по всему миру. Правительства, экономические изменения и образование не принесут нам эту свободу. Свобода приходит к нам, в первую очередь, от Духа. Это послание, которая должна нести церковь. Исповедуйте веру в Иисуса как Мессию и в Его жертву за вас. Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен. И это можно делать каждый день. Иисус, спасибо за то, что умер за меня и воскрес, чтобы я был оправдан. Спасибо тебе. А возле каждого пункта я поместил коротенькое провозглашение. Вначале мы произнесем каждый из них по отдельности, а затем все вместе. Давайте прочитаем это вместе. «Господь Иисус Христос, я верю, что Ты — Сын Божий и единственный путь к Богу. Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Аминь». Номер 2. Покайтесь во всяком бунте и во всех грехах. Главный грех — это наш бунт против Бога. Но Библия говорит нам исповедовать все наши грехи. Мы отошли от этого. Мы решили, что католики начали перебарщивать с этим и перестали думать об этом. Нам нужно признавать наши грехи перед Богом и говорить: «Бог, я грешник».
Я говорю не только о том моменте, когда вы пригласили Иисуса в свою жизнь. Вы должны помнить об этом постоянно. Слова Иисуса в самом начале Его служения: «Пришло время, Царство Божие уже близко. Покайтесь и верьте в радостную весть». Покаяние открывает вашу способность верить Богу. Если вам сложно верить Богу и тому, кто такой Иисус, то попросите Бога показать вам, в чем вам нужно покаяться. Давайте скажем это вместе. «Я оставляю весь мой бунт и грех и подчиняюсь Тебе, как моему Господу». Номер три. Примите прощение всех ваших грехов. Когда вы покаялись, вам нужно принять прощение и даже простить себя. Будьте готовы сделать это. Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности. Если вы признали свой грех и покаялись в нем, отпустите его. Он больше не характеризует вас. Давайте вместе скажем следующую молитву. «Я исповедую все мои грехи перед Тобой и прошу Твоего прощения, особенно за те грехи, которые открыли мою жизнь для проклятия. Освободи меня также от последствий грехов моих предков». Номер четыре. Простите всех, кто когда-либо обижал вас и поступал с вами плохо. И когда вы молитесь, то прощайте всем, на кого вы обижены. Прощение — это решение, а не эмоция. Эмоциям придется подтянуться. Так давайте скажем это вместе. Решение моей воли, я прощаю всех, кто обидел меня или поступил со мной неправильно, и я хочу, чтобы Бог также простил меня. В частности, я прощаю, ну а дальше сами можете вставить нужное имя. Если в вашей голове всплывает какое-то имя или ситуация, и внутри вас все сразу же поднимается, то вам нужно простить. Вы скажете, это глупо, ведь это было 40 лет назад. Если это все еще задевает вас, то это не глупость. Вам нужно простить. Речь идет об истине и свободе. Номер пять. Отрекитесь от любого оккультизма или сатанинских вещей. Обращение за духовными инструкциями или водительством к любым другим силам, кроме Духа Божьего, открывает дверь в вашу жизнь для нечистых духов и их деятельности. Длинный отрывок из второго послания к Коринфянам. «Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими». А церковь в Америке потратила много лет на то, чтобы понять, как можно делать полностью противоположное. Мы не должны злиться или осуждать их, но мы должны отличаться от них. Наши жизни должны быть другими. Ваши мечты о ваших детях должны быть другими. Мы не там, где были 2 года назад. Сейчас совсем другое время. Мы уже не в Египте. Что общего у праведности с грехом? Что общего у света со тьмою или у Христа с Велиаром? Что общего у верующего с неверующими и у храма Божьего с идолами? А вы поняли, в чем тут идея? Мы должны выйти из их среды. Мы должны освободиться и желать этой свободы. Мы слишком сильно замаскировались и даже не хотим быть рядом со слишком набожными людьми. Мы не знаем, о чем с ними говорить. Нам с ними неловко. Мы не хотим рассказывать им, что нас радует, потому что интуитивно понимаем, что у нас совсем другое состояние. Поэтому мы злимся на них и критикуем их. Я тоже так делал. Там есть одно предложение. Давайте скажем его вместе. Я отрекаюсь от всех контактов с оккультизмом или с чем-то сатанинским. Я аннулирую все претензии дьявола на меня. Затем вам было бы неплохо помолиться об освобождении от любых проклятий. Возможно, в следующий раз мы детальнее разберем благословение и проклятие. Послание к Галатам говорит, «Христос искупил нас от проклятия закона». Он сам понес проклятие вместо нас. Сюда входит прощение ваших грехов, но не ограничивается только этим. Давайте скажем это все вместе. Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя все проклятия, которые когда-либо могли сойти на меня.
Поэтому прошу Тебя, освободи меня от всех проклятий во имя Иисуса Христа. Я верой принимаю освобождение и благодарю Тебя за него. И последний шаг — это поверить, что вы получили все это и идти дальше в Божьем благословении. А вашим эмоциям придется потянуться. Некоторые из этих вещей были с вами слишком долго. Некоторые из вас так долго были сердиты, что люди теперь только так и воспринимают вас. О, это тот сердитый человек. Люди ходят вокруг вас на цыпочках, и вы этим даже гордитесь. Это может быть что-то другое, что держало вас в плену многие годы, но вы понимаете, что где-то должен быть выход. Вам нужно взять эти пункты, размышлять над ними и жить так. Я бы произносил эту молитву каждый день, по два раза в день, пока не почувствую свободу. Дух Божий покажет вам, что делать. Может, вам нужно извиниться перед кем-то? Может, вам нужно избавиться от чего-то в вашем доме? Может, вам нужно изменить привычки или перестроить какие-то отношения? Вопрос в том, насколько сильно вы готовы противостоять дьяволу, чтобы получить свободу. Или вы думаете, что вам получится совместить все это? Это решение. Духовный мир реален, и вы не можете принять зло и ожидать, что Дух Святой будет побеждать то, с чем вы смирились. Нам нужно делать свою часть работы. Ну и последнее предложение. Господь, я открываю свою жизнь для принятия Твоих благословений, всеми путями, какими Ты хочешь приносить их мне. А теперь скажем, поднимайтесь со своих мест и будем провозглашать это. Мы выстроили этот путь к свободе. Итак, Господь Иисус Христос, я верю, что Ты, Сын Божий, и единственный путь к Богу. Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я оставляю весь мой бунт и грех и подчиняюсь Тебе, как моему Господу. Я исповедую все мои грехи перед Тобой и прошу Твоего прощения, особенно за те грехи, которые открыли мою жизнь для проклятия. Освободи меня также от последствий грехов моих предков. Решением моей воли я прощаю всех, кто обидел меня или поступил со мной неправильно. И хочу, чтобы Бог также простил меня. В частности, я прощаю кого-то там за что-то там. Я отрекаюсь от всех контактов с оккультизмом или с чем-то сатанинским. Я аннулирую все претензии дьявола на меня. Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя все проклятия, которые когда-либо могли сойти на меня. Поэтому прошу Тебя, освободи меня от всех проклятий во имя Иисуса Христа. Я верой принимаю освобождение и благодарю Тебя за него. Господь, я открываю свою жизнь для принятия Твоих благословений всеми путями, какими Ты хочешь приносить их мне. Аминь. Аллилуйя. Давайте прославим Господа. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. У нас есть новый инструмент наставничества, который укрепит вас. Он фокусируется на том, кто мы во Христе. Почему это так важно, особенно в это время? Мы разделились в стране и в теле Христовом, как никогда ранее. Мы расходимся в том, прививаться или нет, носить маску или нет. Мы разделяемся на основании своей расы, экономического статуса, деноминации. В этом нет ничего удивительного.
Иисус сказал, что перед Его возвращением будет беспрецедентное разделение и заблуждение. Мы видим, как эти вещи процветают. Мы должны понимать, где находится наш центр, наше основание. А это начинается с того, кто мы во Христе. Прежде всего, мы граждане Царства и слуги Царя Иисуса. Осознание того, кто вы во Христе — это начало всего. Возьмите этот инструмент, откройте свои сердца, изучите его, и вы найдете основание, чтобы устоять в эти времена. Наши отношения с Иисусом определяют нашу жизнь. Когда мы принимаем Иисуса Господом, мы становимся полноценными. Нас принимают, любят. Мы избраны, праведны и свободны. Наша книга во Христе напоминает вам о том, кем вас называет Бог, и поможет поделиться верой с другими. Она расскажет вам о многих преимуществах, доступных вам как ребенку Божьему. Мы вышлем ее за ваш дар сегодня. Заказывайте книгу на нашем сайте или звоните по номеру, который вы видите на экране. 1-800-880-5102. Когда отношения с Иисусом становятся определяющим фактором нашей жизни, мы можем быть уверены в том, кто мы, во что верим и почему. Это позволяет нам лучше представлять Бога и Его Царство. Вместе мы меняем мир. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Алена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего. Многие из вас лично посетили служение пастора Алена Джексона и церкви World Outreach в Мидл, Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служения и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.